Валмера является административным центром экономического, культурного и образовательного развития Видземского района, а также восьмым крупнейшим городом в Латвии. Город богат историческим наследием и архитектурными достопримечательностями. У Валмерской думы работу возобновила церковь Святого Симониса, а неподалеку находится первая аптека в городе, которая и по сей день обслуживает покупателей. Один из самых крупных городов Латвии с населением 35 тысяч жителей и автопарком в размере 14 тысяч стал настоящим вызовом для компании. Поэтому в самом центре Видземского района 30 марта 2010 года ARD Joltas открыла первый сервисный центр розничной торговли. Отменный сервис и качество были оценены по достоинству, и вскоре он стал одним из самых прибыльных центров автозапчастей в Валмере, что укрепило позицию компании.